Всем привет, меня зовут Влад А4 и добро пожаловать в новое видео. И этот ролик обещает быть реально грандиозным. Объясню почему. Сейчас в интернете стали популярные ролики а-ля «На что потратит школьник 60 тысяч рублей?» или «На что потратит работник Макдональдса сколько-то там рублей?» А я решил сделать немножечко по-своему. И все такие: посмотрим. Я не собираюсь ходить за человеком и смотреть, на что он потратит деньги. Я собираюсь просто ему их дать. А именно, я хочу заснять реакцию доставщиков пиццы на большие чаевые. Редко дают большие чаевые, а я решил сыграть сегодня вообще по-крупному. Посмотрите, сколько у нас есть баблишка. И мы сейчас будем заказывать различные пиццы из различных пиццерий, и одному курьеру дадим там 100 баксов, второму чуть-чуть больше, третьему еще чуть-чуть больше, а четвертый курьер срубит весь кэш. И, короче, нам дико интересно посмотреть на реакцию, порадовать человека. И если вы не будете ставить лайки под этот видос, то мы хотя бы попадем в рай за добрые дела. Также мы серьезно подготовили. Смотрите, бац, у нас есть вот такая вот камера. Она будет следить за дверью. Это основная наша камера. Также у нас спрятана вот здесь вот камера, вот она. Также у нас есть вот такая камера, которая будет наблюдать за происходящим на улице, как курьер подходит к двери, ну и все такое. Короче, мы полностью заряжены, надеюсь, и вы заряжены, поэтому приятного просмотра, ставьте лайк, пишите комменты, а мы погнали. Алло. Добрый день, служба доставки пиццерии «Темпо», оставляли заказ на сайте? Да, оставлял. Доставка будет по адресу город Минск, Кириллов. Да, все верно. В течение одного часа курьер по приезду вам наберет. Ждем. Спасибо за заказ, всего доброго, до свидания. До свидания. Все, включили? Включили? Вот, он мне звонит. Все. Алло? Все, я снимаю. Да, все, открываю. Здрасте. А сколько у нас за наличку, да? Да. Пацаны, есть 15 рублей? Мы еще колу заказывали, 15 есть? Не, просто что-то мне не поменял. Ой, ладно. Мы были очень голодные. Слушайте, а если такая ситуация, мы 100 баксов вам дадим и... Ну, а я где ее буду? Ну, не знаю, где ее поменять. Вы просто себе оставите. Все голодные были, ждали. Плюс, ну, чаевые вам, мы просто... У меня еще один заказ, понимаешь? Нам нужна сдача? Поменяйте, может, заедете на банк и... Сейчас на заказ надо ехать. Так забирайте просто себе 100 долларов и все. 100 долларов себе берите, все. Нам нужны 100. Это вы такие щедрые. Да, ждали. Мы просто голодные. Мы просто айтишники. Да. Это наша? Спасибо. Спасибо. 15.3. 15.3. Можете себе оставить? Наш? Это вам, да. Ну все. Все. Удачи. Что произошло, пацаны? Пошлите смотреть на его лицо. Он даже... Тихо. Он еще не ушел. У них тачка. Ладно, это было прикольно, пацаны. Ну, конечно, мы ожидали более бурной реакции. Он просто, видно, был старый, типа, знаешь, такая... Типа, я так, чуваки, переволновался, это жесть. Я не знаю, почему у меня сердце колотилось. Ну, как-то так. Первый наш, короче, заказ пиццы прошел вот так вот. Мужик просто забрал 100 баксов и просто улетучился. Фу. Ну что, заказываем вторую пиццу. И будем смотреть, что из этого получится. Очень-очень смешанные эмоции. Короче, сейчас попробуем придумать что-нибудь более креативненькое. И я хз. Я правда хз. Ребята, напишите в комментарии, как бы вы отреагировали, если бы вы были на месте курьера. Какая бы у вас была реакция? Ну уж очень интересно. Потому что люди просто всегда чувствуют какой-то подвох постоянно, типа. Я не знаю почему, но они реально в опасности. Типа, ты нас хочешь развести или кинуть? Он сразу же проверил купюру, типа, настоящая или нет. Реально? Алло? Владислав, добрый день, служба доставки «Еда Бай». Меня зовут Яна? Да, здравствуйте. Вчера ваш заказ, доставка по адресу город Минск, переулок. Вторая пицца. Алло. Добрый день, кафе «Гараж», доставка. Какая доставка? Кафе «Гараж», Е-доставка. А, да, да. Ты подъехал к нам, здесь такая синяя дверь, вот, да? Кот!
Спец! Ваня, Шухер! Ваня. Шухер! Где Ваня? Ваня, блядь! Он серит! Он серит! Смотри, дебил! Возьми пакетом, накрой справа. Капец, капец! Короче, курьер приехал за 20 минут. Что делаем? Что делаем? Включай камеру, давай. Паника, паника, паника. Отключен. Алло, вот подъезд, синие двери, подходите и нажимаете на домофон, он без текста, просто беленький. Так. А, здравствуйте. Проходите. Смотрите, у нас немножко проблемка, бабки просто не поменяли. Ничего себе, мы вам 100 баксов дадим. У меня сдачи нет. Ну это вам оставить. Что вам оставить? Ну, без дачи. У нас просто по-другому нет, мы искали деньги, короче, у нас только $100 есть. Ну ничего, мы просто, вы быстро доехали, мы вас думали полтора часа ждать, а вы за 20 минут. Хорошо, спасибо. Так, это кола наша, да, и пиццу. Да. Я на самом деле рассчитывал, что они будут более такие благодарные, типа спасибо, братан, йоу, а почему там вопросы задавать разные. Тут два варианта. Или они просто зажрались и им каждый день по 100 баксов дают, или мы делаем что-то не так. Да. Алло, здравствуйте. Давайте проверим заказ. Да, все верно. Это офис. Пусть курьер, когда подъедет, наберет. Спасибо за заказ. Ожидайте вас в течение 45 минут. До свидания. Хорошо, спасибо. Ждем. У нас единственное, у меня просто 100 баксов только есть, нету сдачи? Поменять. Боишься, со 100 долларов нету. Давайте... Это вам. Просто мы пиццу ждали, хотим же. Ну я просто сейчас без вариантов, что нам делать, менять ее, не получится, поэтому, ну типа... Ну если есть, то шоковый мастерство. Попробуем хоть вот так. Да не, все, успокойтесь, нормально, у нас тут... IT-компания, мы думаем. Рубин бабло. Все спасибо, хорошо. Спасибо, до свидания. Все, до свидания, да. Приятно, все, до свидания. И вам всего хорошего. Ну он хотя бы был какой-то счастливый. Он был... Короче, блин, у чувака реально там ручки тряслись. Он такой, тихо, тихо. Ух, ну вот это уже было получше. Парень был молодой, и вот здесь было по кайфу, ребят. Вот прям он был такой счастливый, улыбался, у него прям руки затряслись, он не знал, что делать. Но, чувак, если ты это когда-нибудь посмотришь, то ты красавчик. А все, тебе хорошего, это... Класс. Да. Да, да, но пусть курьер наберет, я объясню, как подняться. Последнего курьера мы выбрали из пиццерии «Пицца Лисица». И давайте ему дадим больше всего. Сколько, Владик? $100? Нет, это будет джекпот. $700? Нет. 5000 баксов. Да. Две пепперони заказывали, да. 70. Угу. Так, у меня 40 рублей. Есть дача? А вот просто всегда интересовало, а сколько курьеры зарабатывают с чаевых примерно? Ну, каждый по-разному. Ну, например? Можно рублей 70, наверное. 70? Ну, да. Блин, это мало. Как получается? Блин, у меня есть... Интересное предложение. А что, если, чуваки, мы сейчас ему, тебе, дадим самые большие чаевые в твоей жизни? 5000 баксов. Серьезно. Ну, то есть без проблем.
Дадим? Давай, рассказал, давай, пап. Не, смотри, братан, на полном серьезе. Смотри, вот бабки. И они твои. У нас просто, короче, день рождения у нашей компании. И на самом деле мы запланировали, что хотим подарить деньги вот курьеру, кто придет. И ты просто счастливчик, и тебе повезло. И эти монетки тоже можешь себе оставить, короче. А на самом деле, если... Подожди, он очень в шоке. Да, на самом деле мы типа блогеры, и мы вызвали сейчас, грубо говоря, заказали пиццу, и приехал ты, и мы вот хотели человеку, который приедет, просто подарить 5000 баксов. Вот такие мы ролики снимаем. Поэтому, не, на самом деле, мы не забираем, это твои деньги, братан, держи. Да, без проблем. Это на самом деле, ну то есть... Мы это уже решили, это реально твои бабки. То есть без всяких приколов. Твои можешь купить там, не знаю, тачку, все что угодно. Интересно, да? Братан, тебе на самом деле просто очень сильно повезло. Просто 5 штук баксов чаевые, чувак. Четвертый день перед работаем. Что? Четвертый день? Да. Это маленькая просьба. Встань на фоне вот этой стены и просто пусть сделает очень удивленное лицо. Это просто для кликбейта. Ну все, не волнуйся, все окей. Спрячь бабки, псих. Блин, может пошлите? Пацаны, 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 пацаны. Алло? Алло, ребят, спасибо вам, конечно, за эти деньги. Они мне сейчас очень нужны были. Да, братан, без проблем. Если что, это мой номер, можете звонить. Если что, вы можете звонить, я не знаю. Да, базара нет. Да все, мужик, удачи тебе. Спасибо вам, ребят, еще раз. Да, если что, тоже звони. Мне кажется, мы как-то сбратовались уже. Все, чувак, удачи тебе. Спасибо, ребят. Давай. Ну что, ребятки, вот такой вот ролик у меня получился. На самом деле, я думал, его будет намного легче и смешнее снимать. Но, как оказалось, это было, ну... Да, да, на самом деле, мне просто жалко 5 штук баксов. Просто это правда большие бабки, ну... Но, с другой стороны, я сделал человека очень счастливым. И это круто. Ну что, ребят, я надеюсь, вам вкатило. Если вам вкатило, ставьте лайкуши, пишите комментарии. Если будет больше активности, то подобных роликов я смогу снимать чаще. И это будет круто. И, возможно, когда-нибудь ты сможешь поучаствовать в моем каком-нибудь конкурсе, в ролике, где я буду делать что-то с денежками. В общем, с вами был я. Меня зовут Влад4. Всем пока.